Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в наш новый сезон «Летняя авантюра». Я не знаю, почему я назвал его так, но летние похождения, летние приключения, летний отдых и путешествие кулинарии – это очень долго, и, в принципе, где-то уже оно было. Поэтому, ребята, добро пожаловать в наш новый сезон. Вы спросите, почему у меня вот это тут все построено, то есть первая серия. А потому что, ребята... Этот сезон будет у меня на сервере. Я не могу сказать, что любой может сюда зайти и поиграть, потому что, ну поймите меня тоже. Если тут будет 50 человек играть вместе со мной, участвовать в сезоне, то есть показывать, светиться в сезоне, можно так сказать. Ребята, ну согласитесь, что я толком не поиграю, а когда за мной будет бегать 50 человек сзади меня, я даже не смогу нарубить себе дерево для того, чтобы что-то построить, потому что все мне будут мешать. Согласитесь, что это будет не очень. Поэтому, ребята, я сюда буду разыгрывать пропуски. Или же вы можете зайти и купить себе пропуск на этом сервер. Ссылочка есть в описании на мои сервера, заходите и покупайте. Сегодня или завтра добавят уже пропуск на этот сервер за какую-то определенную сумму, я не знаю пока за какую, но, ребята, вы меня тоже поймите, что если тут будет много людей, я не смогу тут играть. Перед тем, как начать сезон, давайте мы подробно его рассмотрим. В левом нижнем углу мини-карта, очень полезная. Это прям, знаете, как покер-радар. То есть показывает, что, где монстры, где ты, где свинюшки, где скелеты. Это, если честно, очень полезно. А справа, в верхнем углу, где-то вот там, да, вот где-то вот там. Мод Nevermind от создателей Divine RPG. Это тот же Divine RPG в какой-то степени, но... Может что-то другое, то есть Divine RPG это Divine RPG, это другой мод от тех же создателей, но по сути это одно и то же. Куча миров, куча боссов, куча мобов. Мир неограниченный, вы можете идти куда вам нафиг только взбредет в голову. Ад доступен, хотите — идите в ад, портал открыт — идите. Куча порталов в другие мира к боссам. Хотите — идите. Никто вам не мешает. Что тут еще есть? Перед тем, как начинать, я давайте пока что зайду в гейммод и вам все покажу. А, что тут у нас есть? Pumps Harvest мод на кулинарию. Я, конечно же, буду выполнять ваши заказы в этом сезоне. Также, что у нас тут еще есть? На дополнительные мечи. А, вот это Nevermind. Что у нас тут еще есть? Tropicraft. Вы, конечно же, можете... Вроде у нас тут есть Tropicraft. Я надеюсь, что есть. Если нет, то добавят — не проблема, потому что в этом сезоне я больше всего хотел пойти в тропики, точнее в Tropicraft, ребята. Но Nevermind тоже офигенный. Также есть Tinker Construct, мы будем, я надеюсь, я правильно прочитал, Tinker Construct, да. Где мы можем изучать, делать себе различные вещи и предметы, ребята. Это тоже очень круто. Повышен спан животных, вы можете видеть, что на карте очень много... свинюшек, поэтому голодать вам не придется. Каждому, так, не каждому, а наша, ребята, собачка. Это будет наша собачка, которая будет тут сидеть. Это мы пока что выключим. Также тут есть Not Enough Items. Вы можете зайти посмотреть, что и как крафтится. 29 нафиг страниц. Фух, я бы хотел... как-то переименовать нашу собачку, но я не представляю как, ребята. Я буду очень рад, если вы мне скажете... О, также тут Optifine есть. Как переименовать, я, ребята, честно не знаю. Ну, дальше двигаемся. Так, мини-карта, вейпоинты. RPG, ребята. Скиллы. Мало того, что вот сейчас я включил, вы можете изучить скиллы самого Nevermind'а. Вот видите, у меня там даже сердечко почему-то чуть-чуть заполнено. Я не знаю, как я вообще это сделал. Вроде убил свинюшку, потому что у меня второй уровень. И вроде мне оттуда что-то выпало. А давайте как раз ее убьем. Быстренько. Мало того, что эти скиллы, так вы еще... У меня скина нету, не настроили. Потом настроить, не переживайте, ребята. А, плюс к тому, вы можете изучить вот эти скиллы. Что они дают? Каждый... У меня 37 опыта. Опыт зависит от вашего уровня. Сколько стоит что-то изучить? Например, чтобы изучить быстрее копать,
не нужно 6 опыта. Чтобы... Давайте сначала больше урона, больше урона, больше урона. Вот так. У меня уже на 10% больше урона по мобам. Если мы пойдем на босса, то я его на 10% больше буду хреначить в сумме. Если у него 1000 жизней, мне нужно нанести 1000 урона, то сейчас я нанесу 1100 урона уже. То есть быстрее его убью. А что тут у нас еще есть? Короче, тут куча скиллов, ребят, вы можете зайти и просто-напросто вот это все поизучать. Меньше урона от взрывов. Меньше урона from most enemy attacks. Изучаем вот это. Меньше будем урона получать. Даже меньше урона от огня и лавы, ребята. Это круто. Это действительно очень круто. Процент. Короче, какой-то процент. Я пока что не знаю. Тут трансформы, но... Короче, ребята, тут блокинг. Тут много, ребята, всего, чего... Вы можете... О, опа. А, так ты жрать хочешь? Ну на, зараза, но зато ты нас без еды оставишь. А, и плюс к тому небольшой презентик 5 первым игрокам, которые зайдут на этот сервер. Уникальный префикс, который будет только у вас. Вот так. Сейчас я в чат напишу. Вот так. Элит. Элитный игрок. И цвет будет синий. У вас, вот у меня сейчас префикс там игрок, нужно себе потом будет поменять. У вас будет элит, то есть вы элитный первый с игроков этого сервера. Плюс тому первые 5 человек, которые зайдут на этот сервер, получат, ну, броньку кольчужную, не прям супер-пуперская, но и супер-пуперскую сразу давать не хочется. Обычный бэкпак, который вам пригодится в путешествии, у меня пока что его самого нету. Собачка, так же как и у меня, вы можете ее назвать как вы хотите, у меня она будет называться Перчик. Так как у меня кличка такая была, Перец, а она будет у нас по-миленькому называться Перчик. Лук с офигенными стрелами я себе возьму, вот. Я стрелять не буду, потому что стрелы не хочу тратить. Тут его характеристики, ребята, вы можете почитать. И также топорик, вот такой, алмазный топорик, ребят. И стрелы, конечно же. Я что-то себе взял случайно? Нет. И все, ребята. Это у нас пока что спавн, я его пока что не строил, потому что сервер только еще в процессе, как видите, еще даже скин не работает, еще какие-то есть недочеты, и по сути, так, главное, чтобы нас не убили, потому что это все-таки как Divine RPG, выходишь на улицу, тебя сразу убивают. А, сервер еще должен был быть открытым вчера, и серия этого сезона должна была выйти вчера, но, к сожалению, этого... не смогло случиться, потому что, ну, как вы знаете, всегда возникают свои проблемы. Что-то не запускается, что-то не работает. Да, в принципе, сейчас половина еще толком ничего не работает. Ну, как половина? Не работают скины, не работает телепорт. В том смысле, если я напишу на спаун, то хоть у меня и тут спаун поставлен, она мне тпхнет на стандартный спаун сида этого мира, да? И, в принципе, все. То есть это потом настроится. И шейдеры тут также есть. Вы можете устанавливать свой ресурс-пак, который вам угодно. Свои шейдеры, которые вам угодно. Хотите играть шейдерами? Играйте. Нет? Нет. FPS совсем меким у меня сейчас, ребята, с 50... Ну, 50-70 FPS. Оно так прыгает, если я включу... ну, в принципе, тут еще Optifine, поэтому у вас лагов вообще, ребята, не будет с Optifine. Это круто. Это, ребята, очень... Ой, нахрена я это строю? Это очень круто, ребята. Плюс тому тут спаун, смотрите на карту, там уже куча всяких... О, там еще коровки бегают. А давайте вот это построим и сделаем себе хотя бы что-то, какую-то начальную экипировку. Давайте вот это сделаем. Давайте вот это сделаем. И давайте, наверное, топорик сделаем. Вот так. Вот так, ребята. Так, это сюда. Так, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Вот так. Оу. А, ну да, топоры же тут не работают, топоры же для привата, можно и так сказать. В смысле, деревянные топоры, это же как бы для привата, чтобы приватить себе территорию, вот. Приватить. Это как бы для привата, ребята. Магазинов тут пока что нет. Ту ни хрена себе, это там уже кто бегает. Циклопы. Хоть я вроде и нормально им буду урона наносить, потому что видит, у мечик у нас прокачанный. Вот я тут прокачал, да, что мы будем на 9% урона больше наносить. И это круто, потому что не успели мы зайти, как мы уже будем их расхреначивать тут.
Я обосрался немного. Я возвращаюсь на спавн. Идите вы в жопу. Ребята, вы видели, что там чат написал? Сейчас я прочитаю. Пусть удача... Как только наступает ночь, как я понял, тут творится жопа просто ночью в этом моде. Мне написала, пусть удача будет на твоей стороне тогда, когда началась ночь. Ну, это какой-то знак, можно и так сказать, ребята. Но так как я только начинаю этот сезон и эту серию, я не хочу сейчас сидеть тут ночью, потому что у меня даже нету кровати, чтобы поспать, ребята. Поэтому я не хочу сейчас сидеть там полчаса и просто-напросто ждать и томить вас, пока пройдет ночь. Там, кстати, у нас уже один данж, ребята. Но я не знаю, стоит ли туда идти. Вряд ли, если честно. Ребята, у нас даже броньки никакой нету. Какой нафиг данж, да? Опа, за нами кто-то там бежит. Лучше не надо бежать за нами. Фух. Ну вот, ребята, что там у нас? А мне урона почему-то не нанеслось, хрен его знает почему. Ладно, нужно добыть хотя бы какую-то начальный ресурс. Опа, это 5 циклопы. Твою мать. Ребята, я боюсь, то есть можно попытаться их, конечно, убить, но не факт то, что мы сможем. Смотрите, вашу мать. Вашу мать. Вашу мать. Опа. Это что у нас изучилось? А видите, ребята, вот это сердечко сверху изучилось. То есть, когда мы это изучим на полностью зеленый цвет, то может мы что-то... Скилл какой-то нам даст. Но сейчас ничего с него не выпало. Зато мы сможем опять что-то изучить. 14 хп, XP. Вот. Мы на 13... А нет, на сколько мы? Да, мы вроде на 13 больше наносим сейчас урона, ребята. Это очень круто. Я бы туда прыгнул. Это у нас там что? Но я не вижу руд. Вот там есть какая-то руда. Давайте туда быстренько пойдем. Плюс к тому мы еще и шейдерами тут играем. Это как бы шахты. Ну, не очень так... Круто шейдерами в шахте видно, да, что-то? Вот так, замечательно. Еда потихонечку у нас идет. Но это мы, наверное, не сможем выкопать, потому что нам нужно... Ой, нам нужно... ну, кирку себе новую сделать. И также мы, наверное, себе сразу же меч сделаем. И, наверное, возьмем и добудем еще чуть-чуть булыжника для того, чтобы сделать себе печку, да? Потому что сырым вот этим не очень хочется питаться, да, ребята? Так, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Вот так, ребята, замечательно. Ху, сейчас это сюда, это сюда, это сюда. Это забираем. Так, нормально. Долгая серия это не будет, так как это, в принципе, только вступительная серия. Я только показываю, что и как, ребята. Так, сейчас, секундочку. Вот, собираем. Сколько у нас там осталось? А также тут, может, магазины какие-то будут, сами вот эти игровые. Если честно, пока что не знаю, что тут добавлять, потому что я, в принципе, с такими модами даже никогда не играл, поэтому я не знаю, если честно. Ребят, я как-то стремаюсь, если честно, немного в шахту спускаться, но вы должны сами понимать. Хоть и шахта тут огромная, сразу кто-то сюда зайдет через пропуск, кто сразу может в эту шахту спуститься, если я не успею. Натура. Ух, ребята, вот почему я в шахты не хочу спускаться, потому что видите, что там нахрен творится. Ух. Ладно, что нам нужно? Нам нужно добыть вот немного хотя бы угля. Во-первых, если мы даже будем спускаться в шахты, то для того, чтобы... Ух ты, ни хрена себе! Клоун! Клоун! Ребят, я еще раз повторюсь. Клоун? А вот это кто? Фаселес Раннер. Охренеть. Ну, это натура, это я уже запомнил. Я никогда, ребята, с этими модами не играл, честно, поэтому не кричите, может, вы уже какой-то про. Если про, заходите на сервер, докажите, что вы про. Мы упустили уголь. Охренеть. Я даже боюсь как-то к нему приблизиться.
Он нас сейчас заметит. Что это у него за пушка нафиг? Это у него пушка, ребята. Тут же есть пушки, прикиньте, тут РПГшки есть в этом, и луки, всякие другие пушки. Я боюсь, если честно. Он нас сейчас заметит, нам поджопники надает, поэтому давайте лучше мы валим отсюда. Ух, я чуть-чуть не упал. Это кто? Это кто? Это жук, да, какой-то? А вот это кто? Хрен его знает. Ребят, вы видите, тут куча монстров, поэтому... Поэтому тут спаун... не спаун, твою мать, нужно... Хотел сделать себе вот эту. Сейчас. Спаун вот этих, как его? Спаун животных тут увеличен для того, чтобы у вас всегда хватало еды. Как видите, еда тут пригодится, если честно. Это во-первых. А во-вторых, в принципе, упростит вам немного выживание, да? То есть у вас будет больше еды, и вы сможете чаще хилиться. Там у нас есть, конечно, еще данж, я бы туда сходил, да, в принципе, можно еще и сходить, посмотреть, что там и как, но я, если честно, у нас факелов нету, ребята. Вряд ли мы там сможем что-то сделать, если честно. Я там сундучок вижу, но мне кажется, не стоит туда пока что идти, у нас даже броньки толковой нету, да у нас вообще броньки нету, по сути, да. Поэтому лучше туда даже пока что не двигаться. Я... Очень, если честно, очень рассчитываю... О, нихрена себе, это что еще такое? Очень рассчитываю на вашу помощь, в смысле, помощь модов, да? То есть я не очень разбираюсь в этих модах. Опа. О, уже, смотрите, уже почти вот это улучшилось. Сейчас, может, еще раз дропнем. Не то, что я не очень разбираюсь в этих модах. Я вообще нихрена не разбираюсь в этих модах. То есть, я никогда с ними не играл, и я, если честно, буду очень рад, если вы мне поможете там сказать, что это за мод, что он делает, вот эти все порталы, как их делать, куда нужно идти, вот это все. Я, конечно, буду сам пытаться это все понять, в принципе, самому и нужно, да, пытаться вот это все понять. Но также буду рассчитывать на вашу помощь, то, что вы сможете мне также помочь и объяснить, вот, мол, Эдисон, вот, например, тебе нужно делать вот это, тебе нужно делать вот это, чтобы тпхнуться туда и пойти, например, убить босса, да? Вот мы изучили, у нас два вот это. А что это дает, ребята, хоть убейте, я пока что не знаю, честное слово. Может, потом нам вот это объяснится потихоньку, хрен его знает. У нас тут Tinker Construct, кстати, вот он есть, да? Как это все делается, тут показывается. Это мы, конечно, уже, наверное, все будем делать, но уже только тогда, когда мы хотя бы начнем себе где-то строить дом. Кстати, вот это еще все не запривачено, нужно будет заприватить, потом запривачу. И, ребята, я специально для вас тут сделаю, если кто-то зайдет уже на этот сервер и начнет тут играть вместе со мной и, в принципе, участвовать в этом сезоне, да, то тут для вас есть печка, есть для вас тут уже... Один нафиг уголек. Конечно, он нам толком ничего не даст. Собачку не трогать. Кто тронет собачку, убью нахрен, честно. Ребята, скажите, пожалуйста, как ей менять имя? Может, там какую-то косточку ей нужно дать, чтобы поменять? Но я пока что не знаю, честно, ребята. Может, кто-то мне поможет и потом мне скажет. Так, это сюда. И мы уже сможем покушать. Фух. Так, на карте, в принципе, вот, ребята, эта карта. Вы, может, заспавнитесь вот тут, да? Пока еще спавн не работает, вот тут. Но вот сюда можно доплыть, если что. Ну, или потом спавн этот поменять. Я, если честно, я пока что не догоняю, что вот вообще вот эта хрень сверху в правом углу делает. Видите, я вообще пока что не догоняю, что и как там работает, если честно. Может, мне потом кто-то объяснит, что это вообще такое, я, если честно, не понимаю. Ну, может, мне кто-то объяснит. На этом, ребята, мы будем заканчивать. Если вы рады новому сезону и хотя бы какому-то разнообразию, пока мы отдыхаем от Пиксельмона, потому что пока Пиксельмона нету, забывать на Майнкрафт не хочется, а хочется чего-то новенького. Я по первой серии, даже по моим ощущениям, ну, мне кажется, что в какой-то степени будет круто. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вступайте в нашу банду крутых перцев, набираем 500 лайков, новая серия выходит в ту же секунду, ребята. Вот честное слово. Если вам нравится этот сезон или, ну, понравился этот сезон, то, ребята, ставьте лайки. Как только эта серия наберет 500 лайков, новая серия выйдет в ту же минуту. Ну, в ту же секунду я не могу гарантировать, потому что это, в принципе, нереально. Но в ту же минуту выйдет новая серия, ребята. Вот честно. На этом мы заканчиваем. Еще раз, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вступайте в нашу банду крутых перцев. Всем за просмотр, всем удачи, всем пока.